Так, я еще не играл в Фольтес. Мне очень повезло. Солдаты Каидвена! В атаку! Жги гнездо паразитов! Так, что ты делаешь? Из вашей колоды в этом ряду, темерский пехотинец. Играйте этот отряд из вашей колоды только одну копию. Каждый раз, когда играет другой дружественный отряд, с той же силой, что и у этого отряда, размещая в том же ряду, что и сыгран дружественный отряд. Создавайте одну базовую копию бойца внизу вашей колоды каждый раз, когда создают трио бойцов. Воскресите золотой отряд из вашего сброса. О, нифига, какая карта. Но это надо не сейчас. Ирис, последнее желание. Усилите все отряды на другой стороне на 3 единицы. Господи, что ты, боже мой. Ольгерт фон Эверек. Ослабьте этот отряд на половину силы, округляя к большему. Когда его сбросят или уничтожат, в начале второго или третьего раунда, если этот отряд находится в плюсе, воскресите его. Охренеть. Какой же ты жесткий. Какие же вы жестики! И еще Ирис можно комбить с Верденом Роше. Блин. Размещение. Носите один урон вражеского отряда по одной единице урона, не более чем трем другим случайным. Так. Темирский пехотинец, если сыграешь одного, сыграют все сразу. Боец синих полосок. Они же как бы и так... Боец синих полосок и так как бы... будет... Размещение или взаимосвязь. Усильте или всех разведчиков из скринди в вашей руке, в колоде или в вашей стороне на одну единицу. За три разведчиков в скринди нанесите сильнейший урон равный... Так, риданский оруженосец. Если в начале вашего хода у этого боя есть броня, усилите отряды, смежные с этим на одну одну. Угу. Какая-то мне непонятная фигня. Давайте оставим те карты, которые есть. А ты что делаешь? Усилите все верные бронзы и серебряные до вашей руки на колонии. Его разит больнее, чем меч. Усильте до трех бронзовых или серебряных отрядов вашей колоде на 3 единицы, затем перетасуйте вашу колоду. Господи, Лютик, ты такой сильный. Это какая-то хрень. Так. Смерть ничем меня не удивит. Вот, хорошо. Ваш ход. Он пропустил? Так, сыгранные карты. Знак Квен. Выберите отряд в вашей руке, дайте щит всем копиям. Всем его копиям усилите. Нельзя выбрать или принять этот эффект, или там уже имеющий щит. Понятно, нет. Он не пропустил ничего. Все верные бронзовые усилены в вашей руке и колоде на один единиц. На одну единицу. Кстати... Проклятая. Ой, это, кстати, можно Фольтеста сразу сыграть. Вперед! В атаку! Сэмперфи! Сэмперфи, боец синих полосок. Так, у него щит. У него щит. Я могу. Баллиста... Наносит одну единицу урона вражескому отряду и поединок боль не более чем другим случаем вражеским отрядом с той же силой. С той же силой. Сыграйте всех темерских пехотинцев из вашей колоды в этом ряду.
Ну, давай попробуем. Я хотя бы посмотрю, как это выглядит. За Тиберию! Иди к дяде! Обосраться, вот это рак. Серьезно? Он просто ушел. Иди к дяде. Гребаная пихтура. Реально. Ну да. В начале второго и третьего раунда, если этот отряд находится в сбросе, воскресите его. Ну вот, сейчас узнаем. Пехота. Пехота, потому что пихает. Я не в настроении шутить. А почему мне дали бойца синих полосок? Так, скрыть карты. Почему мне дали... Так, подождите. Покажите. Почему этот чувак стоит? Why? Потому что ты сыграл типа четверку. Так. Я ни хрена не понимаю. У меня есть... Так. Значит, бойца синих полосок... Играйте этот отряд из вашей колоды, только одну копию. Каждый раз, когда играет другой дружественный отряд такой же силой. Баллиста, и они все забафаны, это просто безумие. Я могу, короче, сыграть и... Я могу, короче, сейчас... Теридамский пехотинец. Добавить 3 единицы брони. Если в начале хода вовлечься отряд брони, все эти отряды смешаны с этим на 1 единицу. На 1 единицу. Добавьте 2... Размещение, добавьте 2 единицы брони. Усильте всех разведчиков. Ага. Сойдет. Ну, рассказывай. В мой ход. А, поскольку... Усильте всех разведчиков в вашей руке, в колоде, с той же стороны... Или на ваше... Создав 3 разведчика, нанесите сильнейшему вражескому отряду урон равный. Ага, я 3 не создам. 3 не создам, потому что у меня только 2. Понятно. Ну, ладно. Я... Чё, парень простой. Вот где у меня 9-ка. К оружию! Если... Ранен? Опять? Так, Ненеке. Не глядя, верните до 3 карт из вашего сброса в вашу колоду. Неплохо. Неплохая Ненеке. Так. Усильте все последние желания, усильте все отряды. Да, я, это как бы сыграет. Это будет как бы комбо. Это как бы будет комбо-вомбо. А если в начале вашего хода у этого отряда есть броня, усильте отряды, смежные с этим, на 1 единицу. Размещение. Добавьте 2 единицы брони. За Родовида! Смерть врага! Почему он не бафнулся? Ага, щит. Смерть врагам. Смерть врагам. Почему он не бафнул, так никто не скажет. Отряд с той же силой, Сандер, повторите способность. Я активируюсь, когда этот отряд рядом, играют рядом с способностью от осадных специалистов. Но осадных специалистов у меня нету, так что забей. Просто нанесите один урон вражескому отряду. И это все фигня. Давайте пока что пехтуру вот тут. Идем уже. Я не боюсь. Страх — это свойство простых людей. Так, принц Стеннис. В начале каждого вашего усиливателя и этот ряд за значение силы на... Осадный специалист. Добавьте размещение, добавьте 2 единицы брони. Понятно. Ну, слушайте, я все равно хотел все сыграть. И все равно хотел здесь все сыграть. Почему? Идем уже! Ну и бардак тут! Хорошо. Реально, ну я хотел все равно все сыграть. Я надеюсь, он мне сейчас не об... одним этим не... Не обфылит меня. Во. Не знаю, что это такое. Подожди, у меня тут качаются...
О, вот так вот. Сейчас будем катапульты выставлять. Так. Слушай, а зачем мне это делать? Зачем мне сейчас идти? У меня 57-36. Давай посмотрим, сколько он карт хочет отдать, чтобы... Давай посмотрим, сколько он карт хочет отдать, чтобы 20 хп замитигировать. Я сейчас просто выиграю. Чё он... Какая корова? Какая корова? Чё ты делаешь, чувак? 50-59. Счастливого пути, счастливчик. И чего? Солдаты Каэдвена! В атаку! Ну, мои поздравления. Мои невероятные поздравления. Ты сыграл все, чтобы проиграть раунд? Обоссы меня, Господь, братан. Обоссы меня, Господь. Ватьедеридо. Так, ура, синие полоски. Так, очень веселые синие полоски. Фольтест показал вам... Фольтест, между прочим, показал вообще... Ад показал. Начать бой. Фольтест вообще просто... У него выбора не было. Ты хочешь мира? Так сражайся за него! Сомкнуть ряды! Так, Фольтест очень жесткий. Так, где гребаная пехтура? Вот он, тимерского пехотинца убираем. Каэдвенская осадная платформа. Осадный специалист. Усиленная баллиста, трибушет. Лютик. Господи, боже мой, какой же ты имбалансный. Вы можете сыграть бронзовую карту из вашей руки, сделав это возможно. Возьмите. Господи, какая имбата. Господи, какие же вы все... Какая же... Какая же это имбилово вообще просто. Так, нафиг рассвет. И еще вы еще работаете вместе. Эриданский оруженосец есть. И усиленная баллиста. Господи, да это просто идеальная дека. Сыграть карты. Закончить обмен. Да-да-да, сейчас будет опять та же самая хрень. Ход противника? Да чихал я. Сейчас мы... Трибушет. Очень интересно. Очень интересно. Мужик, иди сюда. Ага. В атаку! Все забафано к чертям собачьим. Да? На! На, братан! За Тиберию! Солдаты Каэдвена! В атаку! То есть ты решил подраться? Ты все-таки решил сражаться, да? Хорошо. Иди сюда. Так, усиленный трибушет. Усилите до 3 бронзовых отрядов вашей колоды, затем перетасуйте вашу колоду. Так, все фигня. Так. Так. Где, которая случайно в начале каждого хода наносите 1 единицу урон случайно вражескому отряду? Во, нормас. Поехали. Ну и бардак тут. На тебе. Ну и бардак тут. Так. Размещение нанесите вражескому отряду. Ты как, ты вообще собираешься драться? Что, собираешься хоть как-то драться? Усильте до 3 бронзовых или серебряных отрядов вашей колоде на 30 затем перес... Слушайте, ну знаете, вот это забавно, это как бы поможет мне выигрывать другие... Мне поможет выигрывать другие... Просишь меня о помощи? Вот это очень дальновидно. Подожди, а как ты играешь? Так, подождите, мне кого бафать-то? Трололо. Считается трио. Так, что мне сделать? Так, Трололо обязательно забафаем. Ольгерда забафаем. Ну, правда, он баф скинет с себя, но он, в принципе, останется. Да, ну так он останется, это и здорово.
вещей будет разлет, я не знаю. Ты спасовал? Ну, понятное дело. Понятно. Да не баф лошадь, смотри. Лошадь? Там была какая-то лошадь? Так, Рубайла, это хорошо. Кайдвенская платформа. Герван Шала. Господи, какие же вы все имбалансные. Ну, кстати, эти чуваки хороши. Осадная платформа. Осадная платформа нафиг не нужна. Давай тогда усиленную баллисту. Верните дружественную машину в вашу руку, невинно сыграть ее снова. Осадный специалист. А, не, нифига, он крутой, конечно. Так, ты с броней синергируешь и только с межными чуваками. Ага, с броней с между чуваками. Да не, все шикарно. Закончите обмен. Шелла не делает ничего, тянет с пулов. Вы можете сыграть бронзовую особую карту из вашей руки. Сделав это, возьмите верхнюю. А, особую карту. Сука, это спелл. Шелла пошла вон. Созио. Я вообще не одуплямба. Так. Трибушет. Ходи. Смерть врагам! Очень интересно. На тебе. Так, мужики, перебав. Нет, начнем с арморщика. К оружию! Смерть врагам! Че ты баблы-то третируешь? Так, если... Если в начале вашего хода у этого отряда есть броня, усилите отряды, смежные с ним. Ага. Ну, сначала тогда вот так. У нас лентяйству места нет. Это война. Значит, должны быть раны. Ух, нифига себе. Да я как-то... Я тут парень... Да просто... здравствует, да здравствует. Да здравствует. Хорош трындеть. Хорош трындеть, понятно. Так, ну я-то парень простой. Идем уже. Двемеритовая по 4-4. Ой, это такой неприятный ваш ход. А мне надо хоть что-то здесь делать? То есть, как бы, если я сейчас... Если я сейчас оставлю, ну... Я могу прямо этот ход, эту катку выиграть так-то, если на то пошло. Да, реально, я могу уже эту катку выиграть. Давайте ее и выиграем, чего уж, какие проблемы. Пусть он сам думает, что делать. У меня просто... Где-то у меня была еще водка. Так, кровавый барон. Если в конце раунда этот отряд находится в вашей колоде, переместите его наверх, пока этот отряд находится в вашей колоде, в течение раунда усилите его каждый... Когда уничтожают вражеский отряд. Интересно. Так, я сразу хочу... Хочу сразу сыграть дополнительное... Потому я отказываюсь от каждой десятой кружки. Потому я отказываюсь от каждой десятой кружки. А, кстати, это... Ну ладно, это Battle Cry все равно лучше. Арморку сбивает. Так, ну, слушай, мы по идее можем додавить его. К оружию! Просто додавить к чертям собачьим. Он тут как бы пораскидывается, ему надо выигрывать раунд, но мы как бы тыкаем по один. Если не по армору попадаем, то у нас все хорошо. Зараза. Просто... Зараза. Ну да, мы просто затыкали его. Ура, мне дали этого. А, нет, потому что мне дали кенцель-то. Фак, я такой невнимательный. Король Бран. Так, ну, я сделал королевство Севера. У меня еще осталось Скеллиги. Чудовищеское это еле. Это явно надо как-то...
сильная кровь. Мне кажется, что надо по порядку, иначе мне. Просто вот в сетевой игре. Обычная партия. У меня вот есть всякие колоды. Я играл разными. Вот мне больше всего самый стильный, это, конечно, вот этот чувак. Поиск подходящего противника. Мне нужно самого нубаса. Мне нужен нубас с начальной колоды чудовищ. Ты сдохнешь, червь. Что скажешь перед смертью? Так. Трескучий мороз. У меня их две штуки. И есть гончая дикой охоты, поэтому я убираю. Геральта мне дали. Ледяной великан, архигрифон, тесак. Тесак мне... О, нейтраль, дикая охота, я даже не знаю. Трескучий мороз на стороне противника наносит 3 единицы урона. Трескучий мороз на стороне противника наносит 3 единицы урона. Класс. Навигатор дикой охоты, создайте чистое небо. Ага, мне еще тут королевский указ, особая золотая. Так, ну, кстати, я могу Геральта замулиганить, и тогда он придет. Верните остальные в колоду. Не знаю, да, мне не надо даже так. Так, хорошо. Имлериха не будем пока. Не, подожди, так он ходит. Интересно, насколько тебя хватит. Интересно, насколько тебя хватит. Мне вот и нравится. Гром Альзура. Почему нет? Не хочу, чтобы трескучий мороз по 3 атаковал. О, класс. Трескучий мороз носит по 3. Кривоглаз. Сыграйте всех кровоглазов из вашей колоды. Очень забавно. Так, я беру гончую дикой охоты. И продуваю вот этот ряд. Хорошо. Я считаю. Золото оставь. Бежать некуда. О, ничего себе. Вон дикой охоты наносите 3 урона. Ага. Хорошо. Выберите бронзовый дружественный отряд дикой охоты, сыграйте его копию из вашей колоды. Нет, не хочу. Если я это сделаю, то получу пожапение. Трескучий мороз наносит 3 единицы урона. Подожди, нет, я делаю фигню. У него сейчас 12, у меня 1. Это говорит о том, что Герман у меня сыграет на 13. Погнали играть. Свет не могу поддавать. Есть что сказать напоследок? У него 10 наносит. Есть что сказать напоследок? Технически как бы есть на самом деле. Я сейчас сыграю вот эту штуку на 7, и трескучий мороз будет тыкать по троечке. Салаватгерн. Хорошо. Хорош, тренди. Угу, теперь не работает по троебасику. Не работает. Так, подожди, а ты эпический? Тебя может быть... Подожди, Имлерих. А Имлерих может на 8 по Геральту ударить, ребят? Ребят, Имлерих может на 8 по Геральту ударить? Просто вот... Было бы очень миленько с его стороны. Снимай лок своим тесаком. Нет. Сними лок своим тесаком. Я могу своим тесаком снять этот лок. Стукачам пощады нет. Это не особо решает, на самом деле, потому что нейтраль бы, как бы, есть мороз. Мороз наносил бы по 2 вход, а не по 1. То есть, как бы, технически эту блокировку убирать, в принципе, даже нет никакого резона. Что скажешь перед смертью? Про
Просто не сделать выбор. Ага, какую-то фигню делает. Ну, я не, вообще не шарю. Он молодец. Так, это... Смерть наносящий идет урон. За тобой. Да. 33-26. Молодец. Молодец. Это... Но и у меня нету уже трескучего мороза, да? Подожди, я могу... Я могу сделать сейчас... Вот этого чувака. Последний ряд. Если мне придет гончая дикой охоты, я смогу сразу сыграть трескучий мороз. Не перебор ли это будет? Во, вот так вот. Он, скорее всего, сейчас уже уйдет из катки. Это очень плохой ход, знаете почему? Потому что я потратил опыт плохих трескучих мороза, и у меня здесь чуваки, которые синергируют с трескучим морозом. И Имлерих, который синергирует с трескучим морозом. Мне, по сути, сейчас очень важно, чтобы он продолжил играть. И это зависит полностью не от меня. Если он сейчас перестанет играть, то... Если он сейчас перестанет играть, он выиграет. Да, он реально пытается играть. Это очень здорово. Это реально очень здорово. Боже, как это замечательно. Спасибо тебе большое, братан, за то, что ты делаешь. Просто, значит, Имлерих в любом случае наносит восьмерку урона, а вот эти чуваки не будут играть. Вообще не будут играть, если я сейчас их не попытаюсь реализовать. Поэтому я реализую их. Имлерих всегда крут. С Имлерихом все просто. Имлерих всегда очень крутой. Поэтому великан пока что. Да. Тут, кстати, еще есть... У меня, кстати, еще нету копий никаких. Он решил мороз сыграть. 43-39. Он решил еще и погоду... Подожди, стой. Снимите погодный... Скажите, пожалуйста, а трескучий мороз это погоды, да? То есть, если я сейчас играю Грифона, я диспелю его погоду. Я правильно понимаю? Так, Грифон в последний ряд снять свой мороз. Нет, неправильно. Сопротивление. А, он должен в тот же ряд зайти. В тот же ряд должен зайти. Я понял, все. Созикис. Это был рак. Это был рак с моей стороны. Он в тот же ряд, в который заходит, но он в том ряду погодные явления это и снимает. Так, ты... в принципе, проще даже по десятке ударить, какая разница. Кстати, а зачем я это сделал, кто не знает? Это, по-моему, была ошибка. Да, это была ошибка, зачем я Имлерихом сыграл. На 16. Да, это была ошибка. Зачем я это сделал, не очень понятно. Пас. Так. Я сейчас проиграю раунд. Я не знаю, почему меня потянуло на имя. Во-первых, я погодные условия сыграл. О, боже мой. О, какая жопа. О, какая жопа. Так, дружественный. Выберите дружественный бронзовый. Только одну могу, да? Трескучий мороз. Если на поле есть трескучий мороз. У него, кстати, сейчас может быть трескучий мороз. Чучело, господи, боже. Так, усилить это, если на поле есть трескучий мороз. У меня пока что... Создайте сбор. Сбор. Навигатор дикой охоты. Мы знаем все тайны времени и пространства. Я в аду. Я в аду, ребята. Я в аду. Он, кстати, почему-то не сыграл трескучий мороз. Почему-то. Трескучий мороз в руке.
Мы знаем все тайны времени и пространства. Ну, у меня тут очень плохая фигня. Я сейчас проиграю. Казнь. 4-6. Мне вообще сейчас... Подождите, это второй... Ребят, а вообще сейчас... Это второй раунд, правильно? Ну хорошо, давай вот так вот. Я играю пятерку. Пусть он решает, играть ему карту или не надо. Финальный раунд. Поехали. Счастливого пути, счастливчик. Так, хорошо. Нанесите 3 урона, если уничтожить, усилите на 2. Я закончить обмен, скрыть карты. Противник спасовал. Он выиграл, значит, он ходит первый, да? Показать карты. Если он ходит первый, значит, закончить обмен. Да-да-да, это хорошая карта, вроде как. 6-6. Ну, все. Создавайте кровоглазы каждый раз, когда разоблачает карту и наступ. Каждый, когда душит надряд, поглощает карту и носит этому отряду. Не очень понял этой штуки. Сопротивление бесполезно. Господи, ну и потецкий. Не винтецкий, это потецкий. Так. Благодаря противнику вы получаете бонусную награду обрывки 5. Отличная игра. Желаю удачи. А, здесь награды за день. Ой, как круто. Ой, как круто. Как сладенько-то навалило. Так. Блин, пока что Фольтес кажется самой драной имбой, конечно. Ставишь Фольтес, то ставишь пихтуру драную. Ставишь драную пихтуру, первый раунд выигрываешь на халяву. Как я караю тех, кто меня злит. Чувствую, мне сейчас... Вперед! Пожутый. В атаку! Это же азиат. Азиаты всегда все делают лучше, чем белые парняги. Так. Угу. Играйте плотву из вашей колоды в случайном ряду каждый раз, когда... Что? Я не очень понимаю, у меня хорошие или плохие карты. Я не знаю. Вот оно что. Мне надо было мулиганить. С удовольствием. Так. 3 карты бафуем. Ольгерт. Блюберс. Не знаю, что я забафал и зачем, но я вот забафал. Придам! Плотва Патчес.
Да, это я уже понял. Бронзовая же, да? Угу. Мои исследования важнее, чем это. Угу. Случайный бронзовый отряд из вашей колоды, да. Ой, как здорово. Очень приятно. Всего надо! Чего надо? Так, плотву надо будет замулиганить. А Лютик — это королевство с севера. Усильте один из сильнейших бронзовых отрядов в вашей колоде на 2 единицы и сыграйте его. Усильте один из сильнейших бронзовых колес. Подождите, а что это за фигня вообще? Блюдерс. Мне кажется, что... Давайте на будущее фальтеста сыграем. Жги гнездо паразитов! Может быть, он захочет поиграть просто еще. Я бы на его месте выходил уже на самом деле. Поскорее бы уж бой! Поскорее же уж бой. Отнимите броню отряда и усильте отряд назначения силы, равное отнятой броне. Так. Вот сейчас вопрос на миллион. Мне вообще стоит ему с ним драться или можно пока что забить? Блин. Мне кажется, что проще пропустить. Ой, надо было сыграть... надо было Ольгерда сыграть. Я только сейчас это понял. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Он остался бы навсегда. Ты да. Не заслуживаешь жизни. Типа, будь здоров, раздала. Причем он, по-моему, даже особо карты и не потратил. У него 6, у него сколько? 8 карт у меня. Обмен карт. Плотва. Плотвичку выгнать. Так. Пихтура, тимерский пехотинец. Погоди, я тут не курю. Я тоже уважаемый человек. На тебе, Рио! Мне, кстати, его даже играть тогда теперь уже не надо. Тоже погнали стрелять. Так ты с нами или нет? Копию сделайте дружественный отряд, сыграйте копию. Ага, понятно. Вот оно что. Размещение. Считайте частью любого трюка из-за севера к ряду. Размещение. Добавьте 5 единиц. Ну да. Рядовой крадун по вашему приказанию прибыл. Эти штуки сейчас будут мне просто пипец как носить мозг. Мне нужен армор. Так, если в начале хода у этого персонажа есть броня, у тебя отряды смежные с ним, надо добавьте 2 единицы. Размещение, добавьте 2 единицы. Единицы брони. За Родолида! Да ладно. Они погнали. Вау! Это как? Он выбирает, что ли, куда стрелять? Я... Раз, два, три, четыре, я пять, уже... шесть. Серьезно? Он. Попал два раза по риданскому оруженосцу?
Кто-нибудь еще мне скажет, что в гвинте нету рандома? Так, сильнейший. Так, мне точно надо играть эту штуку. Придам! Это полный трындец. Казнь. Так, арморку, конечно. К оружию! Кстати, еще его главная херая билка работает. Так я караю тех, кто меня злит. Ослабьте отряд, это сила круговой, когда его сбросят или уничтожат. Погоди, я только закурю. Терпеть не могу, пожалуй. Геральт Игни, уничтожьте все сильнейшие отряды противоположности общей силы этого ряда больше или равно 20. Окей, я теперь в аду. Вау, он реально меня отконтрапупил. Мне теперь... Придам! Мне просто отстреляет своими дурными катапультами. Я сейчас... Не, я вынужден... Вынужден просто инвестировать дальше. Привет! Так. Вот мой ход. Выиграли раунд 44-40. Начало финального раунда. Офигец, я очень надеюсь, что смерть ничем меня не удивит. Ольгерт, ой, что это за чувак? Регис, вампир. После двух ходов начали вашу ходу, сидит отряд на 70 и побеждаете в раунде. После двух ходов в начале, значит, этот... Нанесите два урона. Блин, Регис, давай. Ты попал в беду! Я хочу помочь! Ха-ха-ха! Платвичку позвал точно! Но я не успею его сыграть, да? Как игра? Да у нас же ничего нет! Крутая игра, безусловно. Впечатляет. Да у нас же ничего нет. Впечатляет. Да у нас же ничего нет. Грустный, грустный лысый мужик. Да у нас же ничего нет. Что поделать? Так, пожелал удачи. У нас ничего нет. Это очень забавно. Господи, какая красота. Блин, мне очень пока что нравится. Это, конечно, фольтест. Так, анкрайтами мне не понравилось играть. Нильфгарда вообще не понимаю. Очень какая-то сложная механика вообще. Так. Давайте еще раз Фольтесом. Не, надо разными играть. Надо разными играть, но я уже играл Редином и Фольтестом. Ну что я за человек? Ладно, сыграю Хенсельтом. Колода Хенсельта или решеточка 3. Вот колода Хенсельта или решеточка 3, не знаю, что это. Ты будешь еще у нее играть? Не знаю, посмотрим. Плотва пипец. Плотва это пипец. Бракелон не для людей. Солдаты Каэдвена! В
В атаку! Это лиса Бракелона? Так. Королевский указ, это здорово. Так, о! Усиленный трибушет. Так, Дуду нафиг. Хотя нет, оставим Дуду. Трис Геральт, хорошо. Королевский указ нафиг. Усиливает этот казнь как-то. О, прикольно. Так, Тимирский. Ну, ладно, я, наверное. Давайте тесака уберем. Усильте 3 смежных отряда. Я начинаю. Делаю катапульку. Я хотел сделать катапульту и... Выберите любой дружественный отряд и сыграйте его копию из колоды. К оружию! Дювельхай! Вот, вот этот, это крутая штука. Он сейчас как бы проиграет левел, но при этом при всем. Мне надо будет. Да у нас же ничего нет. Как прикажем. Вот, но они при этом останутся стоять на столе. Это что за срань была? Казнь. Спасибо. Это просто ересь. Сотень больше не повторится. Просто ересь. За две карты одну. Есть что сказать напоследок? Так, Дуду копирует Геральта. Так. Это эльфская земля, Тхойны. Таких, как вы, здесь ждет смерть. Снимите погодные эффекты на вашей стороне, принесите ту железную сто... О, прикольно. Это эльфская земля, Тхойны. Ваш ход. Так, пока что не очень здорово. За короля! О! Во, нормас. Ничего себе, он всю броню снимает. Когда наступит время белого хлада, не ешь желтого снега. Спасибо. Так, она играет что? Воскресите особую карту. Понятно. Воскресите особую карту. Но когда наступит время белого хлада, не ешьте желтого снега. Очень забавно. Очень забавно. Я бы даже сказал, что просто очень смешно. Все его копии из вашей колоды. Ну ладно, хорошо. Если ты хочешь, чтобы я сыграл... Играй, братан.
Ты хочешь мира? Так сражайся за него! Копи этого говна. За короля! Подожди, собирайте все его копии из вашей... Все его копии, офигеть. Это, кстати, очень жесткая хрень. Долблатанна! Пока Эдрин находится на нашей руке, у колоде или нашей стороне, пока усилительно каждый раз, когда играете особую карту. Долблатанна. Так. Дуду может скопировать... Ну, раз ты просишь... 8-8. А, ты не копируешь 8-8, потому что ты... я понял. Надо друг другу помогать. 36-28. Между прочим, дела у нас... Так, если я сейчас сделаю экзекут, я убью девятку. Хорошо. На тебя. 36-28. И что он делает, простите? 26-36. Так, храбрость. Активируется, если противник побеждает текущим раунде. Ага, понятно. Нет, пока что нет. Вот. 12. Та-дам. 43-38. Ну, я проиграю. Потому что мне надо выставлять Герванта. Терпеть не могу, пожалуй. Еще не факт, что я после этого сыграю все выиграю. Махачам! Класс, он выиграет ход. Он выиграет катку. И еще после этого у него махакамский чувак останется. Офигеть. Так, тут я приехал, ребята. Тут я приехал. Господи, мне еще и чучело дали. О, боже ж ты мой. Это полный трындец. А нет, крепись, подожди. Любовь моя. Крепись, моя любовь. Каев! Каев. Каев, брат. Хорош трындеть. Мне жопа. Чучело вот на эту карту. Собираются тучи, но мы еще можем радоваться солнцу. Еще есть время. А что это такое? Эльфийский наемник. Возьмите две верхние бронзовые карты, особые карты за шикал, сыграйте одну и не глядя верните вторую руку. Вау. И причем, если бы, ребята, что-то здесь адекватное было, я бы даже отковырялся. Но у меня чучело. Кстати, а почему у меня здесь шестерка, если у меня здесь девятка? Пожелать удачи, конечно же. Красавчик, чувак. Чувак. Надрал мне жопеню. Причем, если бы я даже и выиграл здесь, то был бы рок, была бы ничья. Так, скеллиги надо еще поиграть. За скеллиги обязательно поиграть надо. Да, рок, платвичка. Дека с платвичкой мне точно нравится. А почему я не могу создать... А, я не могу создать карту золотые... С деку на золотых картах, потому что... Мне пока что очень не нравится... Не злоупотребляй моим терпением. Морозная дека очень У нравится. Тебя сердце Анкрайта. Родовит очень сильный. Посмотри механику Морвана Ворхиса. Нильфгаард. Так, жрица Фреи хороша. Мышавур. Возьмите две верхние карты за шоколад, затем сбросите две карты за шурки, в том числе золотые. Ветеран 1. Я забыл, что закончить обмен. Так, отмена.
Я забыл, что у нас ветеран. Проливной дождь, особая погода. В выбранном ряду на стороне противника проливной дождь начали каждого хода носить в одну не более чем 5 слабейшим от этого. Вау, вот это проливной дождь вообще жесткий. Хрен знает на самом деле, что из этого. Наверное, Машаура. Серьезно, я не знаю, что мне обменять, поэтому пока что оставлю так. Ветеран, это же в начале второго эпизода. Иди к дяде! Не хочу умирать! Вау. Возможно, это тебя потрясет. Просто жесть. Имхо. Создайте, сыграйте сильнейший верный бронзовый ресервер от вашей колоды, укрепите его на 3 единицы и наносите ему 1 единицу урона. А, чистое небо. Снял. Молодец. Прикольно. Так. Погнали просто. У тебя сердце Анграйда. Усильте... Так, усиль отряда. Усильте 3 повреждения отряда СЭП, куда сил кругляет меня. За тобой всюду! Хоть в огонь! Черт, вода. Ух ты, нифига себе, это что такое было, прости. Так, а я смогу, как бы, в случае чего? Так, давайте сыграем пока Машаура. Если нужно, я бы могу. Так, выбрать 2 карты. Так, сначала я дискаржу поединщика клана Тиршак. Укрепляйте каждый... Так, сбросим поединщика. И рассвет, наверное. Хотя, в принципе, просто поединщика и одного этого можно. Ладно, бойца Крона Анкрайт. Хотя, на самом деле, бойца Крона Анкрайт надо было оставлять, я бы мог его сейчас бафнуть. Так, я же сыграл ход противника, да, все правильно. Запасовал, чувак. Запасовал. Пас. Ветеран 1. Размещение. Нанесите 1 урона по 3 отрядам. Плечом к плечу! Ну, давайте выиграем. Выиграем, уж чего ж тут. Так, ну, понятное дело, что мы подтащили. Может, мы с Четиком соберем себе несложную деку с того, что у тебя уже есть? Я вот уже думаю, что что-то на платвичках. Мне очень нравится этот эпичный чувак. Ему теперь надо выиграть 2 раунда подряд. Обмен. Обменять 1 карту. Гром Альцура. Жрица Фрей. Хорошо. Ветеран 1. Перегрузочный отряд. Надо Дуду Реликт. Мне даже ничего здесь дискардить не хочется. На всякий пожарный просто оставлю рассвет. Да. Да. Ваш ход. Скелли! Вон клана. Вон клана Анкрай. Так, и здесь. Ему надо будет еще одну карту, да? Можно типа дать ему возможность. Давайте лучше ее просто сразу мочканем. Да. Здесь можно оставить возможность. К оружию! Так. Так. Укрепите отряд, дружественный отряд на 2 единицы. Унесите 5 единиц, уничтожьте его, укрепите 1 сильнейших, когда это должен сбросить на 3. Хорошо. Если я сейчас вписываюсь в это дело.
Да, я бы даже особо не вписывался. Знаете, что я скажу? Я скажу, что я просто пропущу сейчас ход. У него там, правда, реально будет. Да, давай вот так вот. Я не знаю, зачем я это делаю, но мне кажется, что это норм ход. Почему-то. Ему надо будет сыграть карту, чтобы выиграть. Я сейчас наберу кучу говн. И сейчас буду просто сделаю массовый перебаф. Просто, грубо говоря, алынный. Посмотрим, сможет ли этот чудо-родовид меня остановить. Потому что у него осталась херабилка, у меня нет. Да, он отдал самую простецкую карту и, собственно, выиграл раунд. Хотя, по сути, это плохо. Так. Дуду, 11. Да, ветераны дальше потащили. Особый рассвет, чистое небо. Дуду. Мне здесь все нравятся. Справедливости ради, здесь все хороши. Закончить обмен. Давай жрецу Фрей сразу. А, он... Ридания! Ридания. А всякие пожарные жрецу Склони Фрей. Голову перед Модран Фрей. Вот, собственно, пожалуйста. За тобой всюду! Хоть в огонь! У него, подождите, у него что еще? Батлкрай был, типа? Да здравствует, да здравствует! Так, этого чувака бы в идеале как-то именно армор ему снять, иначе он сейчас будет меня кузьмить. У меня есть Хольгер Чернорукий, это нанесите 5, если уничтожение его у 11 сильнейших адептов в вашем запросе. А, укрепите 11 сильнейших адептов в вашем запросе. Не, я ему просто армор снесу и все тут. Вперед! Да. Просто армор снесу и хватит. Споры мутаген. Что это за споры мутаген? Я понятия не имею. Что это было? Так, сыгранные карты. Ошибка дилетанта. Добавить карту в игру и немедленно сыграть ее. Создайте споры или мутаген. Что он сделал? Мардрём. Особая. Могу... Что он сделал? Что он сделал? Не знаю, но пущай будет вот так вот. 100 000 телег смоляных бочек. Почему ты не... А, нет, баба. Говорил же я тебе, баранья башка! За Родовида! Этого чувака мы... Так, это силе... Сделайте силу этой карты на силе, в силе выбранного вражеского отряда. А, я, кстати, понял, что я... Наркоманик. Скельди! Ну, сейчас чучело сделал. Так ты с нами или нет? Отряд! За мной! Я армор тебе не сломаю. Сыгранные карты, чучело, да, сыгранные. Я армор тебе не сломаю, братан. Так, давай круну, проспорил умник. Вот так вот пока. Здесь он накачивается. Чистое небо, сбор. Ищет... Смерть ищет врагам! Всего. Они, кстати, дровают кучу всего. Нет, ничего, ничего не куча. Куча ничего они не дровают. Так, у меня... Да, мистера Дудца пока не трогаем тогда. Тоже хочу сбор. Ну, лучше бы ты мне под топор не совался. До семерки. Мне, в принципе, пофигу по какому ходу. Хитрый сцену. Прием. Мне, в принципе, пофигу по какому ходу, по какой стратегии сейчас. Подождите, я Дудца, если играю, то... Ну, раз ты просишь... Пробую, да, я не знаю, смогу ли я или нет.
Он, по идее, Дудца должен закомплить. Шах. Инна. Дудца и... Нет, Дудца 7. Ну, по идее, я выиграл, потому что этот чувак, конечно, настакивает. Усильте 5 смежных. Все. Фух. Потатямба какая. Попроси уважаемых игроков выкинуть нам деки. Пожелать удачи. Ой, вперед. Вперед. 4 выигранных раундов. 15 награды за день. У меня награды ряд заполнен. Мне кажется, просто обсыпают, ребята, просто обсыпают. Клацай право, и тебе там не тебе там расскажут. Так, подождите. Я хотел посмотреть в карты. Мордрем. Вот, мордрем. Создайте споры или мутаген. Что такое споры? Мутаген, обреченная. Восстановите отряд и укрепите его на 3 единицы. Восстановите отряд и ослабьте его на 3. Ага. Мордрем. Это Silence плюс хил на 3 и Silence плюс... А, ПКМ по карте. Silence плюс хил на 3 и Silence плюс дамаг на 3. Ой, Золтан! Кстати, да, как у нас Золтан представлен здесь? Золтан, краснолюд. Переместите 3 отряда в тот же ряд на их стороне, если это дружественные отряды, укрепите их на 2 единицы. Переместите 3 отряда в тот же ряд, на их стороне. Переместите 3 отряда в тот же ряд на их стороне. В тот же ряд, на котором стоит Золтан? Или они просто с места на место? Он может на любой ряд становиться. Все, понятно. То есть, как бы... Он, короче, если какая-то непогода, ты берешь юнитов из непогоды и убираешь. Угу. И укрепляет еще. Блин, а чё у тебя Цвайхандер-то, братан? Зачем тебе Золтан Цвайхандер? Золтан дрессировщик. Дрессировщик. Размещение. Создайте фельдмаршала Дуба. Фельдмаршал Дуб. Фельдмаршал Дуб. Фельдмарш. Фельдмаршал. Хорошо, Дуб. Так, нет, нифига. Так, ПКМ. Обреченное чудовище. А, это попугай. Размещение. Усилите 2 отряда по обе стороны этого на 2 единицы. Фельдмаршал Дуб провокатор. Размещение. Носите 2 единицы 2 отрядам по обе стороны этого. Обреченное чудовище. А, это можно... Это можно врагам запихивать. Прикольно, прикольный чувак. Закрыть фильтры. Блин, Золтан очень крутой. Так. Там еще Талер есть, господи. Так, одиночная игра. Я предлагаю пойти по Скеллиге. И своих можно, и чужих. Мне очень нравится идея с чудовищами. Мне очень нравится ледяного хлада дека пока что. Коллекция. Дайте я на этих нагримовых мужиках соберу, они мне так нравятся, чудовища. То есть, R1 лидер. Создайте бронзовый отряд дикой охоты, скрытый лидер. Создайте скрытого. Укрепить. Создать, поглотите 3 дружественных отряда, но не усиливайте, а укрепите этот отряд. То есть ты поглощаешь 3 отряда, и этот отряд получает перманентный баф. Вот это да. Так, лидеры. Дагон. Создайте трескучий мороз. Густой туман или проливной дождь.
Блин, они такие стильные. Скрытый — это вампир, само собой. Эридин, собственно, Эридин. Только Дагон, скрытый и Эридин. Блин, они такие крутые. Госкину деку, у которой винрейт 80%. Еще и уже 80%? Это охренеть. Так, открой бочки пакичи. А у меня ноль. У меня ноль бочек пакичи. Ладно, ребята, сейчас, пойдем. Пойдем, поигрируем. Скорее всего, я сейчас хочу создать колоду какую-то хитрую на чудовищах с платвой, потому что платва мне очень понравилась. Вот, посмотрим, что получится. Прежде чем мы это сделаем, буквально 5 минут обновить чай ребятам. Да, Дагон мне тоже точно уже понравился. Да купи в руду 100 руды, одна бочка. Руда есть. В смысле, лол, не хочу я руду-то. Я чуть попозже. Потом откроем паки.
Так. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Welcome back, heroes. Так, ну, я думаю, что поехали. Так, пока что... Хотя можно, в принципе, коллекция, конструктор колоды. А, надо конструктор... Надо конструктор колоду назвать, сказать, найти. Создайте колоду. Новая колода. На чудовищах. Из боссов мне больше всего пока понравился... Передин. Так. Мне точно понравились морозные хлады. Их трескучих морозов, их будет три. Все три трескучих мороза. Скорее всего... Ну, открой ты паки. Этот огр-открыватель — одна из лучших вещей этой игры. Дай работягам полюбоваться. Дорогой Зима, чуть попозже. Не понимаешь, проблема в том, что это не мой аккаунт. Я сейчас поднафармлю. Уберите или добавьте стойкость. Выброс адреналина. О, прикольно. Выброс позволяет юзать фемеритовые кандалы. Если это золотой отряд, ага, типа Сайленс. Вот, как только... Так, на куски. Нанесите 3 единицы по 3 единицы урона всем отрядам в ряду. О, интересная штука. 3 пса положи. Так, да, собаки сразу пошли-поехали. Серебряные. Золотые, бронзовые все. Это что такое? Туманник. Играйте этот ряд из вашей колоды или воскрешайте его каждый раз, когда противоположному порту играете густой туман, означая его в том же ряду на шестой густой туман. Ага, ничего себе, это как бы на туманниках. Вот интересная. Главоглаз. Сыграйте всех главоглазов из вашей колоды. То есть я могу просто сделать 3 главоглаза. И как бы как только я и хожу, он, получается, хожу на 9. Гарпия. Понятно. Вот, собаки-бабаки. Гончая дикой охоты сразу. Ледяные гиганты. Сразу 3 штуки. Они очень хороши. Эти чуваки тоже достаточно прикольные. Я их, наверное, возьму. Так, я не знаю, как бы хорошая ли эта штука или нет. Здесь вот эти чуваки наносят 3 единицы урона, если уничтожит, усильте. Вполне прикольный этот чувак, дикой охоты. Все карты минимум 25, максимум 40. А что будет, если у меня 40 карт будет? А в чем разница между 25 и 40 картами, ребята? Так, если я делаю Ламберта Эскеля, то сразу нужен Весемир. Предположим, что я беру Эскель, тогда мне сразу нужен фильтр. Весемир. Весемир же это у нас? Нет. Васемир. Нет, подожди, это ты. Это не Весемир, это, кстати, как его зовут-то? И Васик. Сбросьте карту, в том числе золотую, из вашей руки, затем создайте на ее месте копию карты того же цвета из колоды вашего... колода к вашего противника. Вот это он дает. Нет, не ведьмаков. Из 40 сложнее достать нужные. Понятное дело, но какие при... Так, подождите. Ведьмак. Ведьма круче ведьмаков. О, да, кстати, ведьма-кухарка. Во-во-во-во-во-во-во. Вот-вот-вот. Ведьма-ведьмаков. Ламберт-ведьмак. Ведьмак. Вот, Васемир. 5-5-7, а здесь 3-6-6-8. Ха, я, кстати, возьму и Ведьмако. Так, почему я не могу взять? Почему я не могу взять? Потому что у меня количество карт ограничено уже, что ли? Или закрыть фильтры, я просто... Ага, все, да. Максимум копии 14. Серебряные... Кто у меня серебряные? А, у меня среди них серебряные... Ага, они все 3 серебряные.
они все три серебряные. А эти все три... Эти тоже все три серебряные. Так, ну-ка иди тогда сюда. Они в осадном ряду находятся. Сет кухарок. Ведьмаки не нужны. Так, где моя плотва? А, фильтры. Плотва. Она такая крутая. Плотва чудовища. Так, закрыть фильтр, добавить. Больше серебряных карт колоду добавить нельзя. Сперва уберите одну из имеющихся. В смысле? Сколько серебряных можно? 6 максимум? Ага, то есть я либо отказываюсь от ведьмаков. Какие впечатления от Гвинта? Планируешь его стремить еще в будущем? В будущем? Честно говоря, планирую его строить еще в будущем. Вот. Так, 6 только серебряных. Вот это жесть. Так. Подтвердительно имеет 2 одинаковые комбе, они будут на мульга не мешаться. Хорошо, тогда мы убираем ведьмаков. Ай! Черт, я убрал одно чудище. Добавляем плотву. Так, еще тогда серебряные какие-то карты добавим. Не знаю, буду ли я его еще стримить, но ведьмак, но Гвинт очень хорош, очень умен. Я не знал, как он устроен, сейчас я вижу, как он устроен, и это очень круто. Так, Иридин же у меня, добавить его? Мне, кстати, нравится идея и с Дагоном больше. Хотя, зачем мне тогда гончая дикая охота, если я... разместить, создать и бронзовый отряд дикой охоты. Что лучше Эридины? Мне Эридин нравится, потому что он очень пафосный, золотые. Очистить колоду. Не-не-не-не-не-не-не, сохраните выйти, фильтры. Не-не-не-не-не-не, что за фигня, подожди, что закрыть фильтры. Так, золотые. Так, все. У меня тут, так, подожди, фильтры. Плот, нет, не плот. Золотая. Золотая. Нет, золо... Ладно, видимо, так оно не работает. Золотые. Виллен Трентмерт. После 3 ходов в начале вашего хода уничтожьте все сильнейшие отряды на поле. Ага, прикольно. Ну, Возьмак мне очень понравился, я его беру. Возьмака берем. Посмотри золотую версию плотвы. Сейчас, чуть попозже, я не могу сейчас. Так, золотые, дальше. В смысле, ты троллишь меня? Во, золотые, смотрим дальше. Возрождение, воскресите золотой отряд из вашего сброса. Геральт Арт. Золотон есть, золотона можно... И, конечно же, Имлерих, это просто жесть. Регис тоже очень жесть. После 2 ходов в начале вашего хода усилите этот отряд на 7 единиц, если побеждаете Регис выше вампира. Посмотрите 3 случайных бронзовых отряда в колоде противника. Поглотите один и усилите этот отряд на изначальную силу. Господи, просто жир, просто сраный жир. Суккуб золотой. После 2 ходов, если этот отряд сыгран на стороне противника, в конце вашего хода принесите сильнейший отряд. После 2 ходов... Если этот отряд сыгран на стороне противника, в конце вашего хода переместите сильнейший отряд в том же ряду на вашу сторону. 3 сдает просто батлкрай на 5. Цири натиск. Цири просто. В конце раунда верните этот отряд в свою руку, если вы проиграли. Обоссы меня, Господь! Верните этот отряд в свою руку, если вы проиграли. Вау. Это... Когда уйдет сброс, укрепите этот отряд на 3 и не глядя верните в вашу колоду. Ага. В начале каждого хода усиливайте все дружеские усиливайте все другие слабейшие дружественные отряды на 1 единицу. Угу. Она просто накачивает. Так.
Ну, я не знаю, пущай будет Цири тогда. Пущай тогда будет Трис. И Регис мне очень понравился. Он мне уже один раз катку вытащил. За это мы его и любим. Так, все, 4 золотые. Так, серебряные. Серебряные. Без реликт. Здесь куча всего, всякого интересного. А, подожди, казни, это вот эта карта. Так, это нейтрали. Нейтрали очень хороши, я их сразу добавляю. Я могу только по одного нейтрали иметь? Так, ребят. Почему вы все тусите здесь? Почему вы все тусите в первом ряду? У меня типа нейтрали не хватает? Имлелих плюс Карантир плюс Леший плюс Геральт Игни. Так, почему у меня нейтраль еще один не лезет? Или... Максимум купи один. Господи, боже мой, нейтраль один. Я теперь понял. Так, Ольгерт фон Эверик. Это, по сути, Грейжен тоже такая же, как Сири. Ой, Цири, господи, Сири. Платвичка... Подожди, платвичка что, не взята, что ли? Я не понял. Верни. Сара. Вне глядя, верните карту, в том числе золотую. Из вашей руки в вашу колоду, затем возьмите верхнюю, но не только что возвращенную карту того же цвета из вашей колоды. Понятно. Наси 4, 5, яд мантикоры. Нифига себе, уеха. Конструкт, создайте 3 малых элементали огня. Больше 6 нельзя собрать. А у меня уже 6. То есть у меня нейтраль, у меня платвичка, у меня Ольгерт, у меня... Значит, надо еще 2 бронзовые карты добавить. Погода снимала, это хорошая тема. Погода снимала. Ну, на всякий пожарный погода снимала возьму. Размещение. Погоди, случайный отряд из любого сброса. Гультру поед. Как-то даже трогать не хочется. Хапа, положи пока несложные карты. Что-нибудь из этого. Золото. Геральт Игни. Цири. Трис. Геральта. Региса. Вампира. Карантира. Серебро. Ведьмы. Водную бабу. Бесса. Казнь. Альгерда. Меркта Браке. Из бронзы обязательно добавь гарпии Келины навигаторов дикой охоты. Да, вот навигаторы выберите другой бронзовый дружественный отряд дикой охоты, сыграть его купи из вашей колоды. Навигаторы дикой охоты действительно неплохие. Но только если у меня дикая охота от беса, тогда уберу. И как бы мне надо сделать 3 навигатора дикой охоты. И вуаля, у меня все 3 навигатора, да, дикая охота? Да. Все, да, все 3 навигатора. Подожди, только что они у меня, если у меня есть золотые версии. Во. Попробуем колода Редина номер 4. Самый пафосный мужик и его хоуми. Ладно, тогда. Самый пафосный мужик — это Эридин. Сохраните и выйти. Я всего подряд не... Ребят, я еще только начинаю. Это Имлериха не добавил. Имлериха нет? Стоп. Что это за ересь? Как это Имлериха не добавил? Регис, Трис, Цири. Куда без Имлериха? Так, кто из вас не нужен? Регис, Трис, Цири. Блин, а вы такие классные все. Так, вместо кого из вас Имлериха? Может, вместо Цири? Бери Геральта. Герванта в топку? Не могу, он же такой классный. Ну, посмотрите на него.
Он же такой крутой! Ладно, действительно, Геральт. Я понимаю, что умом, что Геральт это просто жир. Так. Золотые. Имлерих, пожалуйста. Геральт, кстати, Игни, это что такое? Уничтожьте все сильнейшие отряды в противоположном ряду, если бы общая сила этого ряда больше или равна 20. А что значит все сильнейшие? Это они часто одинаковое количество? Ну, Имлерих это полная жесть. Соуси и жести. Так, ладно, Имлериха взяли. Блин, может быть, Региса не надо? Сохранить и выйти. Все. Все. Здравствуй, Хукута. Игни Топич. Так, все. Выход. Самый пафосный мужик сейчас будет одерживать победу. Все. Одиночная игра, испытание. И убери Трис и положи Игни. Сейчас самый пафосный мужик иди сюда. Создайте короля Бранна. Сбросьте до 3 карт из вашей колоды, укрепите все отряды среди них на 1 единицу, затем перетасуйте вашу колоду. Ага. Прикольно, начать. Ха! Конечно, друг. Ты сдохнешь, червь. Ты сдохнешь, червь. Так. Главное, так, навигатор, понятно. Ледяной великан, понятно. Вондика и охоты, понятно. Плотва, автоматический мулиган. Ведьма. Ведьма, вообще отличный. Вообще отличная катка. Просто вообще отличная. Отличный. Закончить обмен. Да-да-да-да-да-да-да. Не-не-не, для меня мулиган это плохо. У меня хорошая. У меня хорошая. Закончить обмен. У меня хорошая рука. Кто ходит? Ход противника? Так, что, баркасики? Боевой дракар. Наносите 2 урона случайно раскону каждый раз, когда сбрасываете отряд. Ага, вот оно что. Ты сдохнешь, червь. Так, ну, поехали. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Хо-хо-хо, какая грязь. Так. Слушай, давайте поплавим ему дракары, а то он, смотрю... Смотрю, ты, братишка, хочешь куда-то сплавать? А ну, снимай все, что есть! Так. Ветеран, размер сбросьте все копии этого отряда из вашей колоды. Пират клана. Вау, нифига ты опасный. Так, поехали сюда. Интересно, насколько тебя хватит. Так, убрал этого товарища. Ваш ход. Ну, вообще, я могу как бы добиваку сделать. Чем, я думаю, я и займусь. Сопротивление бесполезно. Да. Пусть дракар за 3 хода сам отчалит. Нет ничего лучше на черви сны, чем хороший грабеж за морем. Ольгерда можно смело ставить, это бесперспективно. Смерть ничем меня не удивит. Так. Ты все уже ушел, да? Я, наверное, поторопился. Да, наверное, поторопился. Наверное, не надо было. Я не в настроении шутить. Так, Имлерих. Так, тут такая ситуация, что у меня заморозямбы вообще никакой нету. Давайте-ка ледяного великана уберем. Цири пришла. О! В конце раунда, если вы проиграете, вообще хорошо. Это если я проиграю. А, подожди, у меня же Эридин достает. Ваш ход, точно. У меня же Эридин достает лед. Хватит болтать! Плотва. Драккар.
А пока что нас вообще ничего не парит. Хотя можно, в принципе, сразу... Подожди, дракары всегда... А, они всегда осадные. Они всегда осадные? А это что за срань? Сбросьте до 3 карт из вашей колоды, укрепите все отряды среди них, затем передусите... Да. Да, пофигу, поехали. Давай, мужик, ты встанешь назад. И пёса. Всадник дикой охоты. Я, кстати, не брал эту карту в деку. В конце раунда сохраните этот отряд на поле, если вы проиграли. Господи, боже мой, иди-ка сюда. Дайте я затыщу. Я сыграю вот так вот. Склони голову перед Модерн Фрейей. А теперь я жму просрать. Я правильно понимаю, что у меня останется все? Кракен проглотил. О, чувак, тебе еще лучше надо. Лучше ты мне под топор не совался. Ребята! Это сейчас будет такая жесть! Начало финального раунда. Погоди, я только закурю. Обделаться и не жить, чувак. У меня просто... У него 4 карты. У него 4 карты, у меня просто все есть. Все. Это просто имба-сетап. О боже, закончить обмен. Вы действительно не хотите обменять другие карты? Могли бы еще... Не-не-не-не, до свидания. Склони голову перед Модерн Фрейей. Ну, кстати, надо отдать должное, что это говнишка жирная. Давайте тогда, раз ты такой неприятный, хотя нет, знаешь, давай я просто сделаю. Тут такая ситуация, что у тебя милишники. Давайте начнем медленно. Нет, давайте не будем начинать медленно. Чем раньше начнет работать лед, тем жестче я буду. Ну, тогда поехали вот так вот. Хочешь платить да. Золотом, так заплатишь кровью. Выберите другой бронзовый дружественный, сыграйте его копию из вашей колоды. Ну да, понятно. Ну а что тут думать-то? На тебе. Ладно. На тебе. Бах на восьмеру. Отлетел. Приехал. Конечно, друг. Ха. Конечно, друг. Так, можно, кстати, гончуди сыграть и трескучий мороз из вашей колоды. У меня трескучих морозов сколько было сыграно? 1 или 2? Да на самом деле без разницы, сколько у меня было сыграно трескучих морозов. Я, по сути, уже... Мой оппонент как бы приехал, если на то пошло. Сопротивление бесполезно. Кстати, надо было убивать эту единицу, потому что я получил плюс 2. Получил на 13 и только сравнялся. Кек как кок кик. Да, кстати, вот это я. Ребята, а что произошло на секундочку? Сыграйте его копию из вашей колоды. А, у меня нету Господи, у меня же нету в колоде его копии. Я такой нубас. Куда ты? Нет, дружок. Нифига. Нет. А-а-а. Я чувствую неприятности. По-моему, собака еще одна есть. Нет, дружок. Нет. Да. Да, вот собака появилась. Сыграем ее в первый ряд. А, у меня еще один мороз был. Очень интересно. Жалко, Гера этот мороз не получает. А вот теперь завершил. Справа снизу зеленая рубашка сброса. Жмакни по нему ПКМ. Не БМ. Хочу и БМ. Так, почетный караул. Господи, какую как... Это не бот. Как это не бот? Это бот. Самый по... Я колоду. Ведьма это финишер так-то.
Ведьма это финишер так-то? Блин, а если тебе придет... А, тебе надо на мулигане сделать так, чтобы ведьмы не было, а потом финишировать. Можно сбросить чека, сколько мороза ушло. Спасибо. Спасибо, ребята. Хороший совет. Ну, я действительно... Мёду! Несите еще мёду! Эстет. Эссегреса. Мороз весь в болото. Плотва есть. Шептуха. Имлерих. О, боже, на тебе. Плотва убрать. Мороз убрать. Хорошо. Мой ход? Ребята говорят, ребята уважаемые говорят, что ведьма это финишор. Я могу стать. Что ж, хорошо, что я не умею играть в Вильм. Что сказать напоследок? Геральт. О боже, сколько у меня друзей. Это отвратительно. Прекратите, не может быть столько друзей. В любом ряду играешься, да? Ладно, давайте третий ряд, там дракары должен выставлять. Мёду! Несите еще мёду! Чувак, я могу, в принципе, забить на тебя. Выберите другой бронзовый дружный наряд, дикая охота, сыграть его копию из вашей колоды. То есть, если я сейчас сыграю еще, если я сейчас сыграю, нажимаю на собаку, я сыграю еще одну собаку, мне надо будет повесить еще одну. Спасибо за минусушки, да. Прошу прощения, ребят. Надо будет повесить второй холод. Ну ладно. Все, холод остался последний. Так, ты хочешь повоевать? Ты хочешь поговорить со мной? На тебе так. Удачи. Ходи. Ладно, ладно, на самом деле он тут сейчас... У меня остался один холод, это надо помнить. Выключи звук в Гоге по ЛЗ. Сейчас, момента. Гог. Сейчас, секунду, надо походить сначала, а потом уже решу. Так, кто у меня? Трескучий мороз. Это убираем. Трескучий мороз убираем. Да, просто убираем трескучий мороз, потому что его сыграет гончая дикая охота. Плотва, собака, сечено мене портекале! Марио Луиджи, почему ты такая жопа? Плотва, куда ты вернулась-то? Гвинт рандомная игра, хейчу ее. А, мой ход? Сыры. Хватит болтать! Так, звук в Гоге. Так, магазин, библа, Гог, настройки. А, язык загрузки, дополнительные возможности. Магазин, уведомления. Убрать вообще все. Убрать все уведомления, спасибо. Свернул. Так, что это такое? Стража королевы. Воскресите всю вашу стражу королевы. Воскресите всю вашу стражу королевы. Так, а ты что делаешь? Создайте бронзовый отряд дикой охоты. Ой, ты мне сразу нравишься, на самом деле. Я уже знаю, что я хочу делать. Это какой раунд? Второй или третий? А, второй раунд. Лучше использовать его обилку, чтобы он создал вот эту сразу. Да. Где? Да.
Всадник дикой охоты. В конце вашего... Сохраните этот отряд на поле, если вы проиграли. Если в конце вашего хода этот отряд... Пошел ты. Чем могу помочь? Сюда не вот поэтому. Второй раунд. А ты? Ничего. Стража королевы воскрешает стражу королевы. Что ж, мне кажется, настал ваш час, ребят. Я одержу победу. Да пофигу, ну то есть. И что? Мне его на кочергу перековать? Подожди, а почему... А, все. Так, переиграть, редин. Здесь вот, здесь все очень просто. Сопротивление бесполезно. Сейчас он опять, да, будет стражи? Подожди, почему всю вашу стражу королевы? Так, подожди, стой. И что? Мне его на кочергу перековать? Ваш ход. Латвичка. Ты же не будешь со мной драться, братан. Это же проигрыш. 100 000 телег смоляных бочек. Тебе ж жопеня. Идемся! 20 Хочешь 50. Пройти? Плати. Иначе сиди тут. Пират клана Димон. Мог бы просто переиграть воина. Подожди, стой. Сыгранные карты. Так, нет, сброс. Сброс. Навигатор 1. Навигатор 1. Навигатор 1. Навигатор 1. Ага, закрыть просмотр. Это говорит о том, что у меня только один воин дикой охоты. Я сейчас жамку его. О, да, шикарно. Смерть идет за тобой. Само собой убиваем тебя, но 3 урона, потому что этот-то сам кончится. О, нормально. А ну, снимай все, что есть. Ну давай, с одной карты. С одной карты, братан. Нет, не дай. Нет, не хватило немного. Ой, Гоша. Ой, как же он выглядит страшно. Так, бессмертные островитяне. Блин, мой самый пафосный мужик, самый пафосный. Сух, какой же он крутой. Ты сдохнешь, червь. Просто кайф. Где лицо оппонента, куда бить? Ха, конечно, друг. Что скажешь перед смертью? Ну, разобраться, играю с ЗБТ, 2 дня назад брал топ 500. Не-не-не, у меня все хорошо. Так, проверяем. Так, плотва. Так, плотва минус. Ведьма-кухарка. Минус. Ага, хорошо. Морозка у меня 2 штуки. Мне б собаку. Мне б собаку. О, собака вместо морозки. Изи, изи. Смерть ничем меня не удивит. О, мне еще и Цири пришла. С первой катки, Карл. С первой катки, Карл. С первой катки, Цири. Погоди, я тут закурю. Ну, я тебя чую. Воскрешайте этот отряд и ослабляйте его на полную силу, кругляя больше каждый раз, когда его сбрасывают или уничтожают. Все, изи-пизи, поехали сразу. Лучше б ты мне под топор не совался. Так. Сыпо. Хватит болтать! Латвичка. Конечно, друг. Конечно, друг. Ну, у него на самом деле отвратительная ситуация, имхо. Как бы мне даже Ольгерда не очень хочется это сейчас убивать.
Ну, давайте, пока белый хлад стоит, вот. Привет. Он дикий. Хочешь взглянуть на наши запасы? Что это за запас? Вылечит 3 отряда слева. 3 отряда здоровых. Здоровы, как бычары. Так, если я сыграю этого чувака, не, я его пока не хочу играть. У тебя 6 карт, у меня... Ну да, тут такая ситуация, что как бы... У меня-то еще Цири вернется, и у меня независимо херапию. О, это было на тоненького. Так, ты же наносишь 3 урона. И ты умираешь. Очень сладко. Сопротивление бесполезно. Ну все. И что? Мне его на кочергу перековать? Технически можно уже выходить. Можно спокойно, да, заканчивать. Если он и выиграет, он вообще как бы ничего не добился в этом раунде. Если выиграет, а если проиграет, то я выиграл раунд с преимуществом. Ну, он решил просто отдать раунд. Тебя чую. Нифига. А, вот. Смерть ничем меня не удивит. Вот это круто, конечно. Однако. Так, эти чуваки. Этого чувака, навигатора дикой охоты, я смогу. Так, одного только убрать могу, да? Сыри сейчас придет. Тогда воина дикой охоты убираю. Единый великан, Лола, это, между прочим, неплохо. И я тогда, получается, могу тебе и этот раунд выиграть. Я тебе больше скажу, я могу с Имлериха начать. Да, Лол. А где Цири? А, Цири выиграла, Лол, я нубас. Цири выиграла, точно. Я такой нубас, Цири же выиграла, да. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Дева, мать и старуха. Смерть идет за тобой. Правильнее, наверное... Да, он в третьем раунде вернется. Только в третьем раунде вернется, и он дикеется... И как бы мне, в принципе, даже... Да нет, дикий здесь будет всегда, о чем я говорю. Даже лучше убить вот этого. И что? Мне его на кочергу перековать? Да все, в принципе. В принципе, все, ребят. Ну, у него нет... Я могу... За кого? Донор Анхиндер. Ветеран 1, размещение, уберите или добавьте блокировку отряда, сбросьте случайную бронзовую карту склада противников, ваш сброс. Прикольно. Вот тебе еще вот так вот тогда. О, боже, он еще пересчитывает. А ну, снимай все, что есть! Не-не-не, мы с тобой не будем ничем таким заниматься, дружок. Сейчас вылетит птичка. А, в принципе, я могу спокойно сыграть. Мы знаем все тайны времени и пространства. Вот этого чувака. Я хоть заодно хотел посмотреть. Сопротивление бесполезно. Моркварк вернулся с стройкой. Минус два получил. Если нужно, я помогу. Вот так! Хорошо! Так, сброс. У меня в сбросе один двойник дикой охоты, и все. То есть я сейчас могу на полном серьезе жамкнуть. Но будет идти... Я более того, я могу... Подожди. Стоп. Я могу еще собаку, правильно, стырить? Я могу еще собаку сыграть. О май гад, я могу собаку сыграть. Подожди, а Мороз... У меня был в первой катке Мороз? Да, был, собак не сыграет. Да, был как-то. Тогда все, тогда тыкаем вот это. Ход
хоть один кусок. О, удали, Рик. Возьмите две верхние карты за шкалу, достаньте себе одну и сбросьте другую. Ты его убить-то сможешь, братан, сам? Давай я... Ну, как бы 76. Вот я жира. Два до столей одна сброси. Трекер включен, убила. Не-не-не-не-не. Трекер для пусей. Король Бран теперь среди моих. Так, привычный к боли. Так.